В природе ничего не делается зря. Аромат цветка, запах апельсина или сосны выполняют особые функции, необходимые для выживания растений. То, что наш нос воспринимает как ароматы, на самом деле летучие ароматические соединения. Крошечные органические молекулы, выполняющие защитные, репродуктивные и регенеративные функции. Эти соединения отпугивают вредителей, привлекают полезных насекомых и травоядных, помогают растению восстановиться после инфекций и повреждений. Идентифицировано более 3000 ароматических соединений с уникальными компонентами, которые отвечают за различные ароматы и свойства растений. От лепестков цветка до листьев растения, кожуры плода или смолы дерева. Летучие ароматические соединения окружают нас повсюду. Эфирные масла, получаемые непосредственно из растительного сырья, обладают бесчетным количеством полезных свойств. Они могут применяться наружно, внутрь или в качестве ароматерапии. Максимальный эффект от применения масла достигается благодаря соблюдению тонкого баланса ароматических компонентов, из которых оно состоит. Их содержание может меняться в зависимости от времени суток при сборе, используемой части растения, времени года или зрелости, места произрастания и погоды в регионе, а также способа и длительности дистилляции. Поэтому крайне важно, чтобы эфирные масла поступали от надежного поставщика, не только производящего чистые эфирные масла, но и строго соблюдающего производственные протоколы. В природе ничего не делается зря. Это касается и заботы о здоровье, вашем и ваших близких.